прав человека в России не существует. У нас существует военная цензура. В России сейчас должно быть единомыслие. Это Советский Союз, но только без железного занавеса. Самое страшное, что нет судебной системы. Очень хорошие законы написаны, но в России судят по понятиям. Враг государства должен сидеть в тюрьме. А не слишком ли мы демонизируем Путина? Ну, конечно, должна быть политическая воля. Всем даются какие-то кормушки. Вы законопослушны или вам страшно? Я не хочу сидеть в тюрьме, потому что я в тюрьме была очень много раз, как посетитель. Миссия оставаться в России, писать то, что мы пишем. Ну, это уже как получится. Вы прям на самом деле оптимистка. Нет, ну, слушайте, ну не до такой степени. Нет. Не все так однозначно. Да, не все так однозначно. Зоя Феликсовна Светова в гостях у меня, правозащитница, которая занимается этим благородным, но неблагодарным делом уже на протяжении 3 десятка лет. И мы будем говорить о людях и о их проблемах. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу поправить вас, что я не занимаюсь правозащитой в течение 3 десятка лет. Я занимаюсь журналистикой, а правозащитой я занималась с 2008 по 2016 год, когда была членом общественно-наблюдательной комиссии в Москве. Это такая комиссия, которая... Члены этой комиссии, они посещали московские тюрьмы. Вот. Это была моя правозащитная деятельность. Когда как бы 8 лет прошло, мой мандат закончился, я уже больше не могу посещать тюрьмы. И сейчас я занимаюсь, в общем-то, журналистикой и работаю в «Новой газете». Это был вопрос провокация, точнее, наводка провокация, потому что, на самом деле, даже занимаясь журналистикой, вы все равно и до того, и после этого занимаетесь тем, что защищаете права людей. Ведь можно защищать права людей не обязательно, посещая тюрьмы. Можно о них писать, можно делать журналистские расследования, можно показывать слабые и сильные стороны законов. То, чем вы занимаетесь активно на протяжении как раз 3 десятка лет. Ну да, знаете, это есть такой вечный спор. Да. Существует ли вообще правозащитная журналистика? Да? Как известно, наша великая журналистка Анна Политковская, которая занималась такой правозащитной журналистикой, и, в общем, ее как бы вначале многие не воспринимали, говорили, что почему она все время пишет только про права человека. Но время шло в России, да, как бы сгущалась ситуация с правами человека, и теперь огромное количество журналистов пишет именно о правах человека, то есть в основном люди пишут о том, что происходит во всех этих закрытых обществах, в тюрьмах, в психоневрологических интернатах, в армии, где еще там, я не знаю, какие у нас еще. Вообще у нас в судах и даже в политике у нас очень закрытое все. И, в общем, все это получается такая так называемая правозащитная журналистика. Она больше, чем журналистика. То есть люди, которые в России пишут честно о чем-либо, это все упирается в правозащитную журналистику, потому что это все закрытое. Да, потому что прав человека в России не существует ни в каких стратах, да, можно сказать, ни в каких областях жизни. Везде нарушаются права человека, и журналисты не могут об этом не писать. Вот, если вы возьмете, например, ленту новостей, и каждый день уже это, ну, я думаю, что на протяжении 20 лет как минимум, да, пребывания, Путин у нас пребывает у власти 24 года, но где-то уже, наверное, лет 20, когда мы все время слышим в новостях, такой-то приговор вынесен, того-то арестовали, такой-то обыск и так далее, и так далее. И, конечно, это все нарушение прав человека. То есть я был прав? Ну, в общем, да, по сути, да. Скажите, пожалуйста, в каком веке начались нарушаться права человека в России? Слушайте, я не могу вам сказать, в каком веке, потому что я думаю, что права человека всегда нарушались, и еще, да, я думаю, что и до Рождества Христова, наверное, они нарушались. Но до Рождества Христова в России не было. Да, не было. Нет, но в России я занимаюсь сегодняшними. Я последние 20 лет пишу, вообще являюсь и работаю журналистом, потому что раньше я работала преподавателем французского языка и переводчиком, а потом я стала работать журналистом где-то 20 лет назад. Вот.
а может быть, 25. И я пишу о том, что происходит здесь и сейчас, в России, вот все эти годы. И в основном моя тема – это, конечно, тюрьма и суд. Я об этом. Ну, я иногда пишу и о других, и о психиатрических больницах, да. Вот сейчас у нас очень серьезно встала тема карательной психиатрии, это новая карательная психиатрия. Виктория Петрова, да, вот Виктория Александр Габышев. Ну, Александр Габышев – это уже давно, а вот именно люди, которые… Сергей Абрамов. Да, но еще люди, которые сейчас арестованы по так называемым фейкам. Это имеет отношение к так называемым, значит, клеветническим измышлениям по поводу ситуации в российских вооруженных силах. И вот эти люди, которые арестованы по фейкам, несколько, даже не несколько, я думаю, что их сейчас уже десятки человек, которых не осуждают, а их отправляют на психиатрическое принудительное лечение. Это, то есть, бессрочное лечение. Я писала об этом недавно в «Новогазете» большую статью и вот перечисляла случаи этих людей. И вот сейчас Виктория Петрова – это новая жертва так называемой карательной психиатрии. Вот. Но тут есть маленькое как бы отличие от советской карательной психиатрии. Я думаю, вы знаете, что в советское время диссидентов, совершенно здоровых психически людей, запирали в психбольницах. Это была известная поэт Наталья Горбаневская, и Владимир Буковский, и Григоренко, генерал Петр Григоренко, который занимался крымскими татарами. Вот. А сейчас те люди, которые, вот, про которых я говорю, которые осуждены, которые обвинены в фейках, да, в так называемой дискредитации вооруженных сил России, о распространении вот этих измышлений, да, то есть нет, я ошиблась, это не дискредитация, это другая дискредитация, это другая статья, а вот фейки – это клеветнические измышления, значит, по поводу событий в Украине. Так вот, эти люди не всех, конечно, отправляют в психиатрические больницы, и я те кейсы, которые я изучала, это иногда бывают люди, которые, у которых были какие-то, ну, психиатрические проблемы, может быть, психологические проблемы, они, может быть, посещали психиатра, но они прекрасно жили в обществе, и они не нуждались в таком лечении принудительном и постоянном. Но следователи и прокуроры хватаются, да, вот за эту, значит, историю, которая у них была, может быть, в личной жизни, да, и отправляют их в психиатрическую больницу. Но, насколько я знаю, Вика Петрова, у нее не было никаких проблем, никаких диагнозов, и вот она первая такая действительно, ну, на моей памяти, да, действительно совершенно... здоровая психически молодая женщина, которая вот сейчас отправлена на такое как бы вечное лечение в психиатрической больнице. Но по правилам, конечно, через полгода бывает пересмотр, новая комиссия, и если все проходит хорошо, то ее могут освободить. Но это все будет зависеть от политической конъюнктуры. Почему государство боится таких людей, как Виктория Петрова? Виктория Петрова всего лишь опубликовала в социальной сети перепечатку каких-то статей и, по-моему, несколько видео. Да. Вот, ее обвинили в фейках, и вот сейчас она, как вы уже сказали, находится на принудительном психиатрическом лечении. Да, чего боятся? Ее настолько боятся, что даже в тюрьму не сажают. Нет, ее не боятся в том смысле, что не сажают, даже в тюрьму не сажают. Ее боятся, как и боятся других таких людей. Сейчас около 1000 осужденных вот по этим новым политическим статьям. А чего они боялись Вологодского кочегара Владимира Румянцева, который у него было маленькое так называемое подпольное радио, которое, может быть, слушали 100 человек, и там он передавал новости «Эхо Москвы», какие-то стримы «Эхо Москвы», да, интервью с политическими деятелями. Чего его боялись? Ему дали 3 года, слава богу, всего, да, мы скажем, всего. Но по сравнению с теми годами, 8 лет, когда дали Илью Ильяшину, 7 лет муниципальному депутату Горину, это все люди, которые просто высказывали свое мнение. Они говорили о том, что они против СВО. Да, вот я, например, живя в России, и я не хочу попасть в тюрьму, поэтому я называю то, что происходит в Украине, между Россией и Украиной, СВО, потому что у нас существует военная цензура, да, и если вы что-то напишете в соцсети, то, что, например, делал, к примеру, там адвокат Дмитрий Талантов, который был адвокатом Ивана Сафронова, российского журналиста, осужденного на 22 года за госизмену. Так вот, этот адвокат что-то написал о том, что происходит в Украине, да, и сейчас он
сидит и ждет приговора, понимаете? То есть в России сейчас, я так понимаю, что все социальные сети, они находятся под очень большим вниманием центра Э или сотрудников ФСБ, которые просто читают все, читают всех и как бы вытаскивают людей из разных городов, совершенно разных страт, то есть разных профессий, известных, неизвестных, у которых там, я не знаю, сколько там, 5 тысяч читателей, 20 тысяч читателей или, может быть, 100 читателей. Да? Чего боятся? Они боятся инакомыслия. Диссидентство. Да, это, ну, они боятся инакомыслия. Они... В России сейчас должно быть единомыслие, как было в Советском Союзе. Понимаете, все должны думать одинаково. Все должны поддерживать политику власти, политику президента Путина. Сейчас в России с этим ситуация хуже или лучше, чем в Советском Союзе? Ну, смотри, как смотреть. Это очень сложно сказать. Хуже, потому что сроки, в общем-то, больше выносят. Потому что диссиденты получали по политическим статьям. Самое большее это было 7 лет и 5 лет ссылки. Да? А сейчас мы видим уже срок 8 лет вот по этим фейковым статьям. А мы видим, например, таких людей, как Владимир Карамурза, которому навесили еще к этим статьям о фейкам еще госизмену и участие в, в нежелательной организации. И, значит, у него 25 лет. Навального сколько? Ну, Навальный – это как бы человек, у которого особое правосудие. Его нельзя даже смешивать с другими, потому что Навальный… Но он же тоже не согласный, скажем так. Это он да, главный но... диссидент да, России. Да, он главный оппозиционер в России. Он даже не диссидент, он оппозиционер, потому что он человек, который претендовал на президент. Он хотел быть президентом, он этого не скрывал, да. Он собирался быть президентом, и поэтому его посадили… Ну, сейчас вот мы только что узнали вчера, по-моему, о том, что он находится в одной из самых далеких колоний. На да. самом севере. Да, одной из самых северных. Да, да, да. Одной из самых северных колоний в Харпе. Но там сидел Платон Лебедев. Это топ-менеджер ЮКОСа, вот, который проходил вместе с Ходорковским. Да, по этому делу ЮКОСа. Он там, по-моему, лет 5 просидел. Хотя у него он 10 лет всего просидел, но часть в Москве еще, потому что у них все время там были разные пересуды. Но как доказывает опыт Лебедева, там можно выжить. Вот Лебедев, слава богу, выжил. И сегодня я читала в Фейсбуке то, что Навальный написал всем и сообщил, что да, вот я в этой колонии, я, можно сказать, Дед Мороз, мне выдали шапку, мне выдали очень теплые сапоги, и скоро выдадут тулуп. То есть он человек, у которого потрясающее чувство юмора, этим он, конечно, подкупает всех, потому что в самые страшные, да, такие тяжелые моменты он всегда шутит. Вот, и дай бог ему, чтобы он продолжал это чувство юмора сохранять, и здоровье, главное, еще. Да, действительно. Ну, мы так с вами и не пришли к выводу. Несмотря на то, что вы изучаете все то, что происходит, точнее, вас интересует все то, что происходит здесь и сейчас в России, ваш дедушка был очень известным историком, если я не ошибаюсь, первым деканом исторического факультета МГУ. Да. И, в общем-то, история – это та стезя, которую вы изучали. И, наверное, думаете сами для себя перед сном. А почему? В чем секрет? Почему в России всегда, сейчас, в советской власти, во времена Николая II, во времена Александров, почему это во времена Петра I? Почему? С чем это связано? Почему это... нарушались права человека? Да, да. Почему Слушайте, нарушаются права человека? Почему людей сажают? Хотя их везде, наверное, сажали. Слушайте, но права человека вообще-то нарушаются во всем мире. Так. Просто речь о том, что когда мы говорим о сегодняшней России или о России последних 20 лет, то это страна, которая постепенно из так называемой демократической страны, да, которая после перестройки образовалась, она превращается сначала в такую авторитарную страну, потом постепенно в тоталитарную страну, и, конечно же, гайки закручиваются. И, конечно, если раньше мы видели президента Путина, он встречался со своими советниками Совета по правам человека, был такой Совет по правам человека, да, где были вполне прогрессивные люди. Там, когда там был Михаил
Михаил Федотов, например, да, и были очень известные люди, которые давали какие-то советы. И Путин иногда даже к ним прислушался. Что-то можно было менять. Сейчас, когда собирает Совет по правам человека, там сидит его возглавляет так называемый правозащитник Фадеев. Я не помню, как его, Валерий, по-моему. Но это вообще человек совершенно бывший журналист, да, теперь он якобы, ну, который вообще не понимает, что такое права человека, да, и это вообще превратилось в полную профанацию. Вот. И постепенно то, что я говорю, что закручиваются гайки. Почему? Потому что власть считает, что, вот я сказала, что должно быть единомыслие, и что вот то, что раньше было, были комиссии по помилованию, да, людей можно было освобождать, потому что если даже в России очень плохие судебные решения, оставалась всегда надежда, что человека можно добиться, чтобы его помиловал президент, и он действительно в некоторых случаях миловал невиновных людей, когда пресса на это обращала внимание. Мы знаем такие случаи. То сейчас институт помилования вообще уничтожен, потому что Путин милует тех людей, тех бывших заключенных, которые уходят на СВО. Это бывшие, это заключенные, которые совершили очень страшные преступления. Убийцы, разбойники. Ну, действительно, люди, которые совершают разбои, иногда даже это члены ОПГ, по-моему, но в основном убийцы. И они, значит, как говорят во власти, они смывают свои преступления кровью, их милуют президент, и потом они возвращаются с СВО и совершают новые преступления. То, что пресса сейчас публикует, это какие-то, по-моему, сотни случаев, когда эти люди снова совершают очень тяжелые преступления. А люди, которые в результате судебной ошибки находятся в местах лишения свободы, и когда они пишут на помилование, всегда отказывают. И даже правозащитники ничего не могут с этим сделать. Вот это, я считаю, итог того, что произошло, начиная с 24 февраля, когда был уничтожен последний такой... Ну, считайте, демократический институт – это было право демократического президента миловать, когда были совершены судебные ошибки. Вот. Потом, что еще мы можем сказать? Суд в течение этих 20 лет, он превратился абсолютно в придаток государства и в инструмент подавления. Никакой состязательности судебного процесса нет. Это то, что было введено, когда была судебная реформа в 92-м или 90-м году, и когда действительно удалось чего-то добиться, суд присяжных, вот состязательность процесса. Сейчас ничего этого нету. Сейчас судьи – это такие просто солдаты власти, которые выносят огромные сроки людям ни за что. Я очень много лет занималась проблемой невиновных людей. Я об этом писала, я делала подкасты, и у меня были герои, которых осуждали за убийство, и которые оказывались невиновными, когда проводились независимые расследования. То есть, понимаете, самое страшное, что нет судебной системы в России. Зоя Феликсовна, а не слишком ли мы демонизируем Путина? Путин же не присутствует на всех судах. Он же не собирает периодически раз в два месяца всех судей России и говорит, вот так надо судить, судьи. Кто все это придумал? Кто крутит вот эту мясорубку? Кто этот человек? Может быть, Путин вообще не в курсе про Викторию Петрову, про Сергея Абрамова или в курсе? Слушайте, ну, это хороший вопрос, но ведь люди, которые находятся, которые работают в судах или в прокуратуре, это люди, это чиновники власти, да? Хотя, ну, по закону суд, например, суд должен независим. Быть независимым. Нет, но так построена вся система, что они зависимы от власти, потому что судьям увеличивают все время зарплату, силовикам увеличивают все время зарплату, и люди же хватаются за это, понимаете, у всех ипотеки, там, судьям дают хорошие квартиры, а они понимают, что они... Они чувствуют себя... должниками государства? Они не то, что чувствуют. Они, во-первых, в суды люди идут, это обычно люди, которые идут из судебных секретарей. Это люди, которые иногда даже из прокуратуры приходят в суды. Это люди, которые, с одной стороны, им нравится власть, потому что они понимают, что они... А с другой стороны, им нравятся деньги, которые они там получают, и они не могут соскочить с этой работы. Потому что если они, например, скажут, что вот я не буду выносить этот приговор, который
вышестоящий судья им говорит, выноси такой приговор. То он скажет, ну что ж, ну мы тебя тогда уволим, а у тебя же ипотека, у тебя дети. Понимаете, там все время идет система давления. И люди, они не хотят, например, уходить в адвокаты. Да? Это очень редко, когда судья, сейчас практически никто не уходит. Потому что это, ну их покупают. Их покупают, и они так вот и живут. Вообще в России людей очень часто покупают. Так же, как, например, сейчас покупают матерей срочников или тех военнослужащих, которые СВО служат. Потому что если, значит, погибает их сын или там муж, то они же не кричат на каждом шагу и не говорят, что вот какой кошмар. А им просто платят большие деньги, они молчат. Понимаете, это вот денежная история, она очень такая важная. И в этом смысле судьи тоже, они деньгами привязаны. И я думаю, что это люди, которые понимают, что они все-таки привилегированы в этом государстве. У них есть власть. И, в общем, они как-то уже... Ну, они служат. Это такие чиновники высшего уровня. Ну, и они видят, какая в государстве политика. Да? Если им приходит дело о фейках, перед ними оппозиционер, например, Яшин. Они знают, что он враг государства, они его так вот и судят, хотя они понимают, что нет никакого, по закону он не виноват, нет никаких доказательств того, что он совершил вот это действительно это преступление, эти какие-то фейки, потому что он, например, рассказывал о том, что происходило в Украине, вот, он, откуда он это взял? Он прочитал в газетах, в западной прессе, что там происходило, а прокурор говорит, а вот Министерство обороны говорит, что там все было не так. Но адвокаты говорят, а почему мы должны верить в Министерство обороны? Это же да не истина в последней инстанции, да? А вот там были журналисты именно на месте, и они знали, что там происходило. И Яшин так посчитал. То есть он как бы ничего не придумал, это никакая не клевета. Нет, вот все должно быть, как говорит Министерство обороны, а иначе это клевета. И суд, ну, вынужден, так вот, в смысле, не вынужден, а судья выбирает эту линию, потому что это государственное преступление. Потому что, в принципе, если речь идет о каких-то там кражах, да, например, или, я не знаю, мелких преступлениях, то, в принципе, иногда хороший адвокат может добиться какого-то успеха. Но, например, в экономических делах, когда обвиняют каких-то бизнесменов, и когда их кто-то заказал из конкурентов, да, или какой-то там рейдерский захват произошел, этот бизнесмен все равно его посадят, потому что суд будет на стороне заказчика. Там может речь идти уже и о взятках, понимаете? Это не политическое дело, это чисто экономическое дело. Но ведь вот когда я была посетителем московских тюрем, я видела очень много бизнесменов, которые сидели вот так, потому что они что-то не поделили со своим партнером. И по ходу, когда они оказывались в тюрьме, у них еще отжимали их бизнес, и таким образом они могли выйти там раньше, ну то есть меньше сроком, например, давали. Это такая хорошо отлаженная машина, еще вымогательство денег, она происходит и в тюрьме, и она происходит и на уровне следствия. Понимаете, то есть это очень страшный мир, о котором можно рассказывать часами, годами. И... Его можно изменить? Ну, конечно, должна быть политическая воля. Понимаете, потому что многие юристы и адвокаты говорят о том, что, в принципе, в России очень хорошие законы написаны. Просто нужно соблюдать закон и судить по закону. Но в России судят по понятиям. Если бы, например, тот же президент Путин или какой-нибудь другой президент Пупкин вышел бы и сказал, слушайте, граждане судьи, давайте с сегодняшнего дня будем судить по закону. И тогда все это правосудие неправосудное, оно стало бы нормальным, понимаете? Но они судят по понятиям. По воровским понятиям? По каким? По пацанским понятиям? Ну, по понятиям... Потому что Солженицын тоже говорил, давайте судить по понятиям, добрых людей судить чуть меньше. Нет, но это другое. Когда я говорю, что они судят по понятиям, они судят по понятиям, принятым в государстве. А, вот так вот. То есть то, что враг государства должен сидеть в тюрьме, то, что если тебе заплатили взятку или, там, например, на этого человека поступил заказ откуда-то, то если прокурор говорит, что ему нужно дать столько-то лет, то судья столько-то и дает, иногда там разница бывает в полгода. Потому что у нас есть связка судья и прокурор, как, в принципе, не должно быть в нормальном суде. А это, в принципе, судья очень часто говорят, что это второй прокурор.
Вот. И это как бы наша боль, что вот система совершенно, система правосудия совершенно разрушена. Она разрушена и с точки зрения избирательной системы, да, потому что когда кандидата какого-то не регистрируют, как вот сейчас эту молодую журналистку Екатерину, по-моему, Дунцову, да, ее не зарегистрировали, она сейчас сказала, что она собирается подать в суд. Ну, конечно же, суд скажет, что все было по закону. И она никогда не пойдет на выборы. Скажите, пожалуйста, есть ли в мире точки такие маленькие, где соблюдаются права людей, где люди не боятся судов, где закон выше всяких этих взяток, прокуроров, судей? Есть? Ну, я думаю, что даже... Я хорошо знаю Францию, потому что я работала переводчиком, да, и я часто бывала во Франции, и мы ездили по тюрьмам, у нас была такая поездка с моими коллегами, и все-таки я думаю, что там соблюдаются права человека, что там существует так называемый справедливый суд, ну, конечно, бывает по-разному, но, конечно, там нет такого, как в России. Я не знаю, как в Армении, но я думаю, что нигде, мне кажется, наверное, в Северной Корее, да, или где-нибудь, может быть, там в Ираке. Ну, я плохо это знаю, я не берусь судить, но я думаю, что в Америке я много смотрю сериалов американских, и все-таки я думаю, что они не врут, эти сериалы, и мы видим, что там все-таки правосудие работает, и мы видим, что часто даже может человек невиновный с помощью журналистов, да, или адвокатов спустя добиться. Спустя много лет выйти, спустя, получить компенсацию в 40 миллионов долларов. Да, про это есть очень много фильмов. Да, в России это невозможно. Нет, в России так было, когда был Европейский суд по правам человека, когда он действовал в России. Это было до 2020 года. Нет, вру, до 2022 года. Вот. И были люди, которые выигрывали, значит, эти дела. Да? И я знаю, я писала о таких людях. Например, был случай, один молодой человек, его обвинили в убийстве, которого он не совершал. Сейчас я забыла его фамилию. У меня был о нем подкаст. Его мать очень... Голубятников его звали. Его мама, это в Краснодарском крае, Ольга Голубятникова, она правозащитница, она очень много билась. Она там и ходила и к Бастрыкину, и к тому, и к всему, ничего не вышло. Ему, по-моему, дали, может быть, 10 или 11 лет. Он отсидел 9 лет, или, может быть, 8 лет. Но, короче говоря, благодаря Европейскому суду он вышел. Вот, ему заплатили компенсацию. Но дальше произошла очень неприятная вещь, потому что его дело направили на пересмотр. А вот когда они направляют на пересмотр, то тогда российский суд обратно то же самое решение принимает. Так было, кстати, с Навальным. Но человека не сажают, а просто он считается также виновным. Но компенсацию этот Голубятников получил, он смог даже себе купить квартиру. Ну и потом это морально, когда морально признают, что ты не виноват. Был другой случай, когда благодаря Европейскому суду один человек, по-моему, из Нижнего Новгорода или из какого-то такого города, но его дело было пересмотрено, и оно было пересмотрено судом присяжных, и его оправдали. То есть благодаря Европейскому суду вот эта справедливость приходил к человеку, и это был очень сильный инструмент. Например, я тоже выиграла в Европейском суде. У меня был обыск в 2017 году. Меня здесь просто они обманули, потому что позвонили в дверь, я спросила, кто. Сказали, что это повестка на допрос. Я говорю, слушайте, положите в ящик, потому что я только что проснулась, я плохо себя чувствовала, я была еще в пижаме. Да? Потом я что-то пожалела этого человека. Он говорит, нужна ваша подпись. И я, значит, надела халат и открыла дверь. А стоял один человек. Как только я открыла дверь, побежали вот оттуда снизу люди. Вот. Один, причем человек, стал меня сразу снимать на видеокамеру. Я работала тогда на сайте МБХ-медиа. Это сайт, который финансировал Михаил Ходорковский. Я была свидетелем по его делу, которые искали деньги Ходорковского, которые он якобы украл, там, не помню, в каком-то 2003 году. Но дело в том, что я с ним тогда еще не была знакома. Вот, и вообще никаких денег у меня его не было, ничего не нашли. Но был этот обыск, он длился 10 часов, я была просто свидетель. Вот. И потом меня никуда не вызывали, но мы подали в Европейский суд благодаря адвокатам. И я выиграла, но я выиграла тогда, когда Европейский суд уже в России не действовал. Вот. Но было признано нарушение на личную, на, значит, непреткновенность личной жизни, еще на выражение прав, выражение собственного мнения, потому что пришли к журналисту. Вот. И мои дети тоже выиграли.
далее, потому что они тоже пострадали, что какие-то вещи у них там во время обыска взяли, компьютеры, вот. И 10 тысяч евро я выиграла, и дети там, по-моему, по 4 тысячи евро. Но, конечно, мы ничего этого не получим, потому что Европейский суд в России уже не действует. Но морально это было очень приятно, и это такой прецедент, что нельзя к журналисту приходить с обыском, непонятно почему. Понимаете, без всякой причины. И вообще нельзя журналиста трогать. То есть, и теперь они не ходят к журналистам? Нет, но поскольку Европейский суд уже не действует, то нет, они ходят. Я не помню, в последнее время к журналистам это только тем, кого по фейкам обвиняли. Uh-huh. А так просто из-за журналистской деятельности я не помню, чтобы ходили. Но сейчас это другая мода. Сейчас просто у нас есть политические статьи, фейки, дискредитация. Иноагентство. Ну, иноагентство – это не статья. Это просто как бы, ну, если ты не будешь… Это ярлык? Это ярлык, да. Ага. Если ты не будешь писать, что ты иноагент, и не будешь платить штрафы, то будет уголовная статья. Но пока такого еще ни разу не было. Все пишут. Не все, конечно. Те, которые уехали за границу, не пишут. И они рискуют тем, что будет против них возбуждено уголовное дело, и они получат какой-то срок. Но они заочно получат. Вообще, а в мире есть аналоги вот этому? Ну, это же в Америке, по-моему, есть иноагенты. Но там как-то это... Если честно, я это не изучала, потому что у нас все по-другому. Вот. Но вообще, я знаю, что они взяли из американского закона иноагентов. И, по-моему, вот эта Мария Чапман, она тоже была иноагентом. Что-то американское для России приемлемо, да? Ну да. Что-то западное. Ну да, да. Но это было давно, это же этот закон, ему уже больше 10 лет. Поэтому еще когда Америка не была таким врагом. Слушайте, ну вот все то, что вы говорите, и все то, что связано с российским правосудием, это абсолютно чудовищно, я с этим абсолютно согласен. Но имеет право существовать такая точка зрения, что все это отображение, зеркальное отображение общества и жизни в этом обществе до тюрьмы, до СИЗО и до суда. Вот как люди живут, вот так же, не уважая законы, там, беря взятки, давая взятки. Вот это, собственно говоря, это такая тонкая грань, вот это вот суд и все остальное. А потом ты, хоп, из этого положения квазисвободы переходишь в состояние, ну, не совсем квазисвободы. Нет, но все-таки мы же не можем сказать, что все российские граждане совершают преступления, все берут взятки, все не уважают закон. Это не так. Угу. В России очень много живет людей вполне законопослушных. Очень много – это сколько в процентном отношении? Ну, слушайте, я же не провожу социологические исследования. Но дело в том, что те люди, которые находятся в тюрьме, и многие из тех, кто выходил, говорили, что они считают, что треть невиновных находятся людей, которые вообще невиновны. Но вот. Я напомню нашим зрителям, что я смотрел одно ваше интервью и читал несколько ваших интервью, в которых вы говорили о том, что до того, как вы погрузились в эту тему, вы были уверены, что большинство людей, которые сидят в тюрьмах, невиновны. Да. А потом вы для себя нашли виновных все-таки там. Нет, конечно, я нашла виновных, потому что, ну, есть люди, которые торгуют наркотиками, есть люди, которые убивают, насилуют, совершают кражи. Да, да. Нет, конечно, люди совершают преступления, но просто вы обратите внимание, что тюремное население сейчас сокращается, и оно сокращается не только за счет тех, кого вербуют на СВО, а просто стали, в общем, не так много, ну, немножко еще раньше, немножко законодательство, оно что ли смягчилось. Стали то меньше убивать? Нет, не убивать, а стали меньше сажать за кражи, там, я на не мелкие. Знаю, за мелкие преступления. Потому что в 90-х годах это был 1 000 000 заключенных, а сейчас, по-моему, они дают цифру, что что-то или 500 тысяч. Вот. Нет, но здесь сложная история. Ведь, понимаете, если мы считаем, что 30% невиновных, ведь очень много людей сидит за наркотики. И это люди, которые потребители наркотиков, но их сажают как торговцев, а настоящие торговцы на свободе. И таких людей много и много. И все, которые рассказывают про тюрьму, кто выходит или кто пишет, они говорят, что их сокамерники – это в основном вот эти наркоманы. Да, есть, конечно, убийцы, есть рецидивисты, потому что люди возвращаются в тюрьму. Это все есть. Но
основная масса – это, вот, конечно, наркоманы. Их там очень много. И экономические тоже. Наркоманы – то есть люди больные, которых нужно лечить, да, а люди не сажать. Больные, которых нужно лечить, которых не нужно сажать. Вот. И когда они возвращаются туда, они уже становятся, ну, такими мелкими наркоторговцами, потому что они эти дозы продают, да, чтобы тоже иметь их. Ну, в общем, они как-то включаются немножко в эту торговлю, но это не главные такие, знаете, ну, понятно, что это не наркобароны. Да, не наркобароны. Я не знаю, чтобы у нас, я бы не слышала, чтобы вообще каких-то наркобаронов сажали. Ну, бывает, ну, такой средней руки наркобарон, может быть, его посадят. Но я думаю, что крупные наркобароны не сидят в тюрьме. Так же, как очень часто раньше не сидели воры в законе. Да? Они периодически сажают, их сажают, они выходят. В общем, ну, потому что они связаны с государством. Вот, ну, вот об этом и речь, что на самом деле жизнь на зоне и жизнь за пределами зоны, она очень часто не отличается. Мы не берем сейчас Москву, Санкт-Петербург, Казань 2023 года, не 88-го там, или там 74-го, а именно Казань сегодняшнюю. Но давайте возьмем обычный промышленный какой-нибудь миллионник на Урале или в Сибири, где люди вот так живут по понятиям, по законам, по каким-то там неписанным, может быть, которые очень похожи, максимально близки к тем понятиям, по которым сегодня живет или пытается не жить господин Навальный, например. С чем это связано? Слушайте, ну, с чем это... вы имеете в виду, почему люди живут таким криминальным, что ли, бизнесом, да? Ну, не только бизнесом, криминальными понятиями. Ну, вот, «Слово пацана», сериал. Не, ну, «Слово пацана» рассказывает просто не про то, что сейчас происходит. Про то, что происходило тогда, да, но сейчас это стало прям трендом, и люди... Ну, я не думаю, что сейчас такие вот есть банды, ну, например, или в Казани, или бы сказали... Казань их точно нет. В Уральском городе, да, я не слышала про то, что там были такие банды. И никто, кстати, в связи с этим фильмом не пишет о том, что это похоже на сегодняшнюю жизнь. Сейчас банды другие. Сейчас банды другие. Сейчас, я думаю, руководители банд совсем-совсем другие. Нет, ну это сейчас совсем выглядит иначе. Это такие мафиозные кланы, да. Ну, наверное, как на Сицилии, не знаю, там не была, но то, что я читала где-то в Италии, да, в каких-то других городах. Это, ну, на Сицилии, кстати, там, я думаю, такое, да, сейчас очень мирная вообще история. А в Италии, да, в других городах. Но это так, ну, и в Америке, помните, в 30-х, 40-х, по-моему, это мафиозные такие кланы, которые, ну, когда крышуют бизнес, да. Контролируют денежные потоки. Да, контролируют. И, конечно, эти люди, они связаны с силовыми структурами и с ФСБ. Сейчас как бы все находится в их власти. Но когда уже бандитский мир перемешался вот с силовыми структурами. Я думаю, что сейчас такая история. Но это внешне не выглядит, как в фильме «Слово пацана», где они лупят друг друга в течение, там, не знаю, 8 серий, да, там совсем не так, там никто никого не лупит, там просто приходят и тебя объясняют понятным языком, что если ты не дашь столько-то денег, то у тебя отберут твой бизнес, там, я не знаю, твою жену убьют, и тебе машину взорвут и так далее. Да, то есть лучше бы лупили все-таки. Нет, не так лучше, но просто это совершенно другие уже понятия, по-другому построены. И, ну, я таких людей не знаю, я смотрю иногда фильмы, да, которые более-менее отражают эти понятия, или я разговариваю с какими-то людьми, у которых есть бизнес, и они рассказывают, или я разговаривала с теми, которые сидели в тюрьме, и у кого деньги выжимали, да, потому что они были бизнесмены, они должны были ФСБшникам отдать. Вот. И они не соглашались, тогда их сажали в тюрьму. Потому что сейчас уже, мне кажется, не столько убивают, сколько посадят тебя в тюрьму, если ты не согласишься отдать свой бизнес. Это дешевле, видимо, чем нанимать киллера, разбираться потом с взорванной машиной. А потом там еще зачем, что-то? Когда у тебя вся правоохранительная система, она находится в твоей власти, ты можешь позвонить прокурору А и сказать, слушай, тут есть какой-то несговорчивый парень, у него там, я не знаю, гостиницы какие-то, давайте его посадим, он не хочет делиться бизнесом, его сажают, его обвиняют в убийстве. Ну, не сам он убил, а что он нанял киллера. И потом приговаривают, я знаю такой случай, приговаривают человека, по-моему, к 22 годам. Ну, слава богу, что не пожизненно. Вот. Это в Краснодарском крае был такой случай, когда человек не захотел с ФСБшниками делиться своим бизнесом, у него были гостиницы, довольно богатый и обеспеченный человек. Скажите, пожалуйста, это тоже контролирует Путин?
Нет, Путин не занимается такими вещами. Угу. Я думаю, что он контролирует все-таки политические истории. Он, конечно, знает, кто такой Навальный. А теперь я думаю... Ну хорошо, а Путину нравится вот то, что в Краснодарском крае какие-то люди у кого-то что-то отжимают и бросают тень на ФСБ, частью которого он являлся. А где они бросают тень? В глазах кого они тень бросают? В глазах Путина. Почему? Ну, потому что ФСБ отжимает у кого-то бизнес, там еще что-то. Слушайте, но он вообще такими вещами не занимается. Он не знает об этом? Или, ему, или ему плевать? Или я что? С Путиным никогда не встречалась. Я не могу вам за него сказать. Я думаю, что он построил такую страну, не только он сам, а, конечно, люди, которые вместе с ним, когда всем даются какие-то кормушки. Да? Люди имеют... Вот ФСБ, оно занимается, оно крышует. Да? Ну, там, я не знаю, другая какая-то структура, может быть, там, я не знаю, ФСО или еще кто-то, они еще тоже что-то крышут. Люди же должны что-то такое, в общем, иметь какие-то деньги, помимо своей зарплаты, чтобы они не... чтобы они были довольны. Я так понимаю, глобально, видимо, крышуют и в Швейцарии, и в Австрии, и в Германии, может кто, быть. Кто, ФСБшники? Ну, кто-то там, кто-то, их местные товарищи. Нет, я думаю, что нет. Там все прям чисто. Да я не знаю, что... Понимаете, вы меня все время хотите... Вы меня все время спрашиваете, что происходит в других странах. Я не знаю. Я просто хочу понять, почему в России это настолько выпукло, а в той же Европе, где, я уверен, также процветает и коррупция, и все остальное, это менее заметно. Ну, потому что здесь больше беспредела, я думаю. Там, я думаю, все-таки это они просто опасаются... Общественного мнения. У них не куплен суд настолько, ага, как здесь. Я думаю, что просто в тех странах, которые вы сказали, Швейцария, да, или, я не знаю... Австрия, да. Италия. Нет, ну Италии нет. Меньше. Италия, конечно, это мафиозное, всегда было мафиозное государство. Я думаю, что суды там всегда были куплены, я не знаю, как сейчас. Вот, просто если в этих странах журналисты напишут о том, что судья, там, я не знаю, какой-нибудь там Берлускони, да, возьмем итальянскую фамилию, если судья Берлускони замешан в коррупции... Там про Берлускони писали, что он ныне покойный, да? Да, нет, но условный судья Берлускони, все-таки он был премьер-министр или президент, главой государства. Да, если они напишут, то этого судью могут снять, потому что все-таки пресса там играет. Мы вот перейдем сейчас с вами к тому, что в этих странах, так называемых демократических странах, большую роль играет пресса. Вот я об этом хотел, чтобы мы плавно перешли. То есть в России это человека просто могут посадить в тюрьму, отправить в психиатрическую клинику, там куда-то лечиться. Человека какого? Который журналиста. Как бы... Журналиста. Да. Если он напишет статью? Да, да, да. Ну, смотрите, давайте вернемся чуть-чуть назад. Угу, да? Угу. Мы можем вернуться на 5 лет назад, когда журналисты все-таки писали статьи, проводили расследования, и те, о ком они писали, все-таки их снимали с должности. Я так. Сейчас не могу конкретный пример привести, но все-таки пресса играла роль. Ну, не говоря уже о ельцинских временах и начало путинских времен. Пресса играла, и прессу боялись. Вот. И даже я сама, например, писала статьи, когда писала о том, что человека неправосудно посадили, этих людей освобождали. Были у меня такие случаи. Когда на прессу обращали внимание. В тюрьме, когда я работала, ну, не работала, а была вот таким посетителем тюрем, волонтером, и когда я приходила в свою редакцию и писала о каком-то беспределе, то это тоже ситуация менялась, и тюремщики очень боялись прессы. Они говорили: вы только, пожалуйста, не пишите, потому что был такой момент, это было еще в путинское время, когда был очень большой контроль и следили о том, что пишет пресса. Понимаете? Вы пожалуйста, не пишите, мы исправим? Или да, вы... мы исправим. Да, например, исправляли? Например, мы писали о том, что какого-то больного человека не лечат, что его должны освободить, по здоровью не освобождают. После публикации освобождали. Ну, потому что это вообще в тюрьме самая такая больная ситуация, когда человек болен, и его не освобождают. Это болезненная история. Вот. Ну, скажите, пожалуйста, согласитесь со мной, что... Или не согласитесь. Я не буду на вас давить в этом смысле. Что на прессу настолько боялись в России, что потом начали отстреливать журналистов. Конечно, да. И после этого уже как бы стали не бояться. Ну, то, что они... журналистов стали назначать иностранными агентами... И выдавливать страны, это, конечно, потому что они их боятся. Это наименьшее зло. Я говорю, убивали людей.
Ну, слушайте, да, убивали, да, не только журналистов. Но... Политковская, Листьев, да. Нескольких мы можем вспомнить. Да, точно. Мы можем вспомнить, да, нескольких журналистов, американского журналиста, сейчас забыл, какую фамилию, которую тоже убили. Нет, конечно, журналистов убивали, но потом нашли другой способ, их стали сажать в тюрьму. Опять же, как вы сказали, это более... Это дешевле. Дешевле, да. Вот. А потом их просто сейчас стали выдавливать, назначать иностранными агентами, и все эти журналисты, и даже не только журналисты, а целые коллективы после 22-го года уехали. Далеко ходить не надо, это телеканал «Дождь», это «Эхо Москвы», «Эхо Москвы», «Новая часть, газета». Ну, часть «Новой газеты», но «Новая газета Европы» была создана. А «Новая газета» существует в Москве, в которой я работаю. Это «Новая газета», это газета... Ну, а как она существует? Она... Это газета, у которой нет лицензии. Да? Ну, а как она существует? Она существует в интернете. Она... Мы выпускаем несколько номеров практически... Мы каждую неделю выпускаем номер в PDF, и мы выпускаем номер бумажный 999 экземпляров, потому что вы можете такой номер выпускать без лицензии. Вот. Если тысячу, то уже нужна лицензия. Да. И эта газета... У нас есть свой видеоканал «Но», на котором мы выпускаем разные подкасты и видео, и наши журналисты ездят в командировки. Но все это вопреки. Да, это вопреки, но мы существуем, к слава богу. А это такой, то есть это крик такой, это вопль, это протестное движение? Нет, это просто журналистская миссия, потому что... Вы не можете этого не делать? Да, мы не можем этого не делать. Часть редакции уехала, создала свою газету, которая к нам не имеет никакого отношения. «Новая газета Европа». Это «Новая газета Европа». Она сейчас признана нежелательной организацией, мы вообще к ней никакого отношения не имеем и даже не можем туда писать, потому что это статья уголовная, если ты будешь туда писать. Вот. А есть наша «Новая газета», и вот они, когда мы выпускаем раз в неделю вот этот маленький, да, тираж, и там называется та самая «Новая газета». И потом придумали очень хорошую историю, это PDF, это когда читателю посылают, и он может сам распечатать, и у него тоже как будто бы газета, понимаете, это как самиздат. Вот. Но у нас как раз было собрание редакции, и там главный редактор Сергей Соколов, он сказал, что мы поняли, что мы нужны, потому что есть соучастники, это такая группа людей, которые подписаны и которые донаты присылают, и они благодарят, они говорят, что для них это очень важно, что люди, какие-то журналисты остались в России, несмотря на то, что есть какие-то ограничения, да, определенные слова, которые запрещены в России, мы не можем писать, но все понимают. Даже когда подкаст с кем-то мы записываем, мы запикиваем, если наш... Это очень противно, но мы законопослушные граждане. Вот. Но эти люди, эти соучастники, вообще читатели говорят, нам это очень важно, это воздух для очень нас. Важно, Зоя Феликсовна. Да. Очень неприятный вопрос, может быть. Давайте. Простите, пожалуйста. Не, ради вы Бога. Законопослушные или вам страшно? Нет, мы закон... Мне не страшно. Ну, не, я не говорю про вас лично, про газету, например. Ей... Нет, абсолютно не страшно. Есть... Мы живем в этой стране, мы и соблюдаем должны. Этот закон. Но... Нравится он вам или не нравится? Да, потому что мы не хотим, чтобы нас закрыли, потому что мы считаем, что наша миссия оставаться в России, писать то, что мы пишем. Вот, например, недавно вышел совершенно потрясающий текст и фильм Жилина, Ивана Жилина – и Анны Артемьевой, эта история называется «Ничьи мальчики». Это о детях-сиротах, которых принуждают идти на СВО. Это совершенно... Это сильнейший материал. Да, действительно, это в городе Ачинск, это Красноярский край. И действительно, как вы сказали, там люди живут совершенно не как в столице, да, и вот там сироты, которым говорят, вы идите на СВО, мы вам быстрее тогда дадим квартиру, мы вам... Потому что им обязаны по закону дать, но их обманывают. А это люди, которые... Ну, у них же нету ни адвоката под рукой, да, и никакой ни прессы, ничего, и родителей нету. И они как-то соглашаются, кто-то соглашается, кто-то нет. Но это вот это... И такой материал «Новая газета» выпускает, понимаете? И я считаю, что ради такого... Действительно, вот этот журналист Жилин, он сказал, ради такого нужно оставаться в стране, чтобы ты мог такое сделать. Давайте сейчас попытаемся с вами понять... Какая сфера деятельности в России сегодня безопасна? Журналистам быть опасно, актерам быть опасно,
театральным деятелям быть опасно. Театральное дело все помнят, да, Женя Беркович, вот, и Светлана Петричук. Петричук, да, вот этот за спектакль этот, угу. Сидят. Так, что? Адвокатом быть опасно. Адвокатом быть опасно. Рок-звездой быть опасно. Поп-звездой, ну, если ты не шаман, тоже достаточно опасно. Нет, но там... когда вы говорите «быть опасно», это если вы... Если вы... высказываетесь. Да, если да. вы высказываетесь, если вы имеете свое мнение. Нет, в принципе, сегодня... В России очень многое опасно. Писать в соцсетях. Тебя могут посадить за твое мнение. Но, с другой стороны, все равно люди пишут, существуют какие-то медиа, но их практически нет. То есть это «Эхо Москвы» часть его, это называется «Живой гвоздь». Это вот новая газета. А есть такая удивительная газета «Собеседник». Да. Все удивляются, почему их не закроют. Да? Угу. Они там публикуют статьи про Илью Яшина, про Навального и так далее, и так далее. Но почему? Но я не читала, честно говоря, эти тексты, вот, но я видела фотографии, то, что они на обложке публикуют этих людей, вот, и вот они как-то существуют. Понимаете, больше, я думаю, никого нет. И я боюсь кого-то обидеть из коллег, но «Коммерсант» иногда, они что-то публикуют. И я когда-то обращалась в «Коммерсант», была такая история, что один человек, обвиненный за госизмену, совершенно невиновный, авиадиспетчер из Сочи, он очень тяжело заболел в колонии. И я их попросила, чтобы они написали про его историю, чтобы можно было его освободить. И благодаря их публикации там подключилась уполномоченная по правам человека, этого человека освободили, хотя суд был против, хотя прокуратура была против, ФСБ была против. Но вот газета помогла, потому что они все-таки о нем написали. А этот человек, ну, тоже враг государства, обвиненный в госизмене, понимаете? Вот, то есть и «Коммерсант» иногда что-то пишет. Ну, «Московский комсомолец», есть там одна журналистка Ева Меркачева, которая пишет про всякие нарушения прав человека в тюрьмах и про пытки, вот, про такие вещи. А в принципе нет. Нет никаких больше изданий. Кем? Врачом. Да, врачи тоже не могут выражать свое мнение. Если они где-то в соцсетях что-то напишут, их тоже могут уволить. Есть такой врач Андрей Волна, очень хороший, который много писал про Навального в соцсетях, и письма тоже какие-то подписывал в защиту. Его вынудили уехать, он сейчас в Эстонии живет. А это был очень хороший врач, ортопед. Хирург. Вот. И другие тоже врачи уехали, многие, потому что они боялись, что им придется ехать в Украину, там, даже не в Украину, а в Донецк, или в общем, куда-то там они не хотели. Или на СВО, может быть, как врачам. Их, они тоже считаются военнообязанными. Вот. Так что я вам не могу сказать. Студентам тоже, в принципе, опасно. Но, понимаете, что значит опасно? Преподавателям опасно, да, которые могут что-нибудь сказать. Но проблема в том, что все люди из России уехать не могут. Потому что, во-первых, если вы уезжаете на Запад, вам же нужно где-то работать. Вот. И Запад этот не резиновый, и Армения не резиновая, и Грузия не резиновая. И уезжают молодые люди, которым грозит отправка на СВО. Уезжало очень много. Уезжали те артисты, да, или те писатели, или журналисты, которые считали, что они не могут вот, жить в этих условиях этой военной цензуры, они хотят писать все, что они думают, они целыми редакциями уезжали. Это их право. Но кто-то же должен в этой стране жить, понимаете? Работать. Должен или не должен, но остается? Нет, но люди, которые остаются, многие остаются просто в силу того, что у них нет денег уехать, и у них есть семья, пожилые родители, которых они не могут оставить, и у них нет такой профессии, чтобы они там реализовались, они не хотят быть таксистами, например. Да? А есть люди, которые принципиально остаются, которые считают, что у них есть работа, которую они должны делать в этой стране. Это могут быть и врачи, и адвокаты. Но адвокаты вообще не могут уехать, потому что они будут делать за границей. Они уезжают только в случае, когда им грозит арест. Вот несколько адвокатов из России уехали. А те, которые продолжают, они продолжают защищать и политических заключенных, и Навального, и Карамурзу, и других, понимаете? Ну вот они остаются. Почему? И надеются на то, что ситуация может поменяться. Ну, в ситуации с адвокатами, наверное, самое ужасное, что они бьются просто о бетонную стену какую-то. Да, но адвокаты, у меня очень много друзей адвокатов, и мы много с ними спорим о том, вообще они приходят в ужас, что они ничего не могут изменить. Угу. Но у адвокатов сейчас такая паллиативная, что ли, роль, потому что очень важно, чтобы к человеку в тюрьму пришел единомышленник, а не какой-то адвокат по назначению, да, который пришел и который тебя не понимает,
информацией, и которому ты не можешь доверить ничего, чтобы связываться с близкими, понимаете? Поэтому это у них такая миссия у адвокатов. Иногда им что-то удается чего-то добиться, каких-то послаблений, или по здоровью, например, или там, я не знаю, в каких-то процессуальных историях, понимаете? И важно для людей, очень важно, чтобы был нормальный адвокат. Ваши дети сейчас все находятся за пределами России? Да, у меня 4 детей, они все разъехались. Филипп, Тимофей, Тихон и Анна. Да. И все они продолжают заниматься тем, чем... Они все продолжают заниматься тем, чем они занимались здесь. Вот мои 3 сына, они журналисты, а дочка, она продюсер. Она занимается продюсированием, хочет быть музейным работником, она хочет поступать, потому что у нее есть филологическое образование, но она хочет быть куратором в музее, разных музеях. Вот она собирается поступать где-то там в Европе. Сыновья не зовут вас? Ну, слушайте, они уже устали как бы звать. Да. Ну, в смысле, я им сказала, ну, пока я еще могу сама жить как-то, да, у меня муж умер, я живу одна, вот, пока я могу сама существовать, работать и как-то радоваться жизни, да. Для вас важно оставаться при этом в России? Вы знаете, да, я думаю, что я, может быть, уехала бы из России, если бы мне угрожала какая-то опасность, но мне никакой опасности сейчас не угрожает. Вот да, вот, может быть, наверное, честно сказать, я не хочу сидеть в тюрьме, потому что я в тюрьме была очень много раз, как посетитель, я это знаю. Это не самое хорошее место. Ну, особенно для человека, которому уже не 20 лет. Это довольно тяжелая история, и потом я просто представляю, что моим детям будет тяжело, потому что они не смогут приехать в Россию. Ну, наладить передачу или адвоката, это просто, ну, чисто морально, да. Вот, но ты же никогда не знаешь, в России есть такая пословица, да, от тюрьмы никто не застрахован, да, и поэтому, ну, это уже как получится, никто не знает. Но пока жить интересно, в России еще интересно, знаете, почему жить? Потому что многие хотят дождаться изменений, вот. И поскольку я оптимист, я как бы думаю, что, может быть, еще на мою жизнь я этих изменений дождусь. Есть люди, которые совершенно пессимисты, которые называют там сроки 10-20 лет. Я не знаю, это такой для меня уже не очень такой горизонт, да, планирования. Вот. Но, конечно, самое неприятное то, что ты в России не можешь планировать ничего. То есть ты не можешь быть уверенным, что завтра к тебе не придут с обыском. И поскольку у меня был уже обыск, ну, у меня был еще обыск давно, когда моих родителей посадили, но это уже забылось, это было 40 лет назад. А вот тот обыск, который был в 17-м году, это получается сколько лет? Сейчас уже практически 6 лет. Но он все равно, знаете, вот этот страх, но не страх такой, что... Вот, неприятность. Но это просто ощущение. Омерзение. Знаете, даже не омерзение, просто эта тоска тебя берет, потому что приходят люди, они берут твой компьютер, они берут, роют в твоих вещах, они что-то могут искать. Там. В общем, ты не чувствуешь себя в таком, в своей тарелке. Вот. И этот страх, он, конечно, сидит вот... Но это чисто психологическая проблема. Я думаю, что если пойти к психологу, можно, наверное, у каждого человека есть какая-то... Не ходите к психологу. Да, то... Нет, я не собираюсь ходить. Я просто говорю, это что... Это опасно сейчас в России. Почему? Ну, вы же говорили, что людей там потом, когда привлекают, вот видишь, что сходил человек к психологу. Нет, ну, это психолог, это не психиатр. Это, ну, все-таки так... разные вещи. Я думаю, что там мостики можно перекинуть. Нет, не до такой степени. Вы прям на самом деле оптимистка. Нет, ну, слушайте, ну, не до такой степени. Если у нас сейчас все ходят к психологу, это такая мода. Но я не собираюсь. Я думаю, что просто это как-то засело где-то в голове, и вот это такая травма, которая существует. Но, например, я общалась с Алексеем Улюкаевым, это бывший министр финансов. Который сидит. И даже он не сидит. Это министр экономического развития. Он вышел уже в УДО, да, и мы делали с ним большое интервью. И он сказал, он пришел к нам в «Новую газету», и он говорит, я боялся очень к вам идти. И потом еще мы с ним разговаривали, он говорит, да, вот этот страх во мне засел, я все время боюсь, ну, потому что он отсидел 6 лет, ему дали 8 лет, он отсидел 6, ну, вот он, когда у него УДО закончится, он, возможно, уедет, потому что, конечно, и он как раз очень мрачно настроен, считает, что здесь ничего, в России ничего хорошего не будет. Ну, вот. Он же по делу сидел. Вы знаете, он говорит, что он невиновен. Я не знаю, я там не держала свечку, поэтому я не могу вам сказать, давал ли он взятку этому Сечину. Не могу вам сказать. Вполне возможно, что нет. Что просто там были другие истории, почему его захотели посадить. Это же тоже, вот история по понятиям, понимаете? Вот, поэтому нет.
Он, ну, это тот страх, который существует не только у меня, не только у Улюкаева. Я думаю, что у многих людей разного уровня, да, кто я, кто Улюкаев, мы совершенно с ним как бы существуем. В общем, люди из разных совершенно страт. Вот, ну, да, страх существует. Изменение в России зависит от одного человека? От наличия одного человека, скажем так. Ну, вы знаете, я думаю, что да. Я думаю, что если по какой-то причине изменится ситуация, то есть лидер, вот тот лидер, который сейчас стоит в России, если он вдруг захочет уйти в отставку, уехать, не знаю, на Канарские острова, то ситуация может измениться. Но, конечно, там это же Путин, он не один. Я не верю ни в каких двойников, тройников. Но, конечно, у него есть команда, это группа людей, которые вместе с ним. И, может быть, у него даже есть какие-то группы. Помните, как у Ельцина были разные, да, эти, как это называлось? Башни Кремля. Да. Сейчас их называют. Башни Кремля, да, но вот эти системы сдержек, да, противовесов, да. Наверное, у него тоже это есть, как у любого правителя. Но просто проблема в том, что никто в России из журналистов и экспертов, я думаю, не знает. Потому что когда мы слушаем вот этих бесконечных экспертов, и они говорят, что они знают, как там все устроено, я не верю никому из них. Я думаю, что ни у кого из них нету доступа к источникам. А если есть какие-то источники, они могут вбрасывать информацию. Потому что я помню, как были такие разговоры, что вот сейчас там будет какой-то переворот, какой-то будет вот этот самый подсвечник, вот это все, ничего этого не было. И вообще, может быть, и не намечалось. Да? Говорили о том, что люди будут недовольны, что есть санкции, что они не могут поехать за границу, что жены не могут купить, там, не знаю, бриллианты или что-нибудь из Шанеля настоящего. Да? Но ничего этого не произошло. Просто я думаю, что те люди, которые знают, они никогда никому ничего не сольют, если это будет не нужно. Ну, есть такой у нас Соловей, да, который очень странный персонаж, и который периодически рассказывает какие-то истории о том, что вот Путин умер, или он лежит где-то в холодильнике, какую-то такую полную чушь. Но, кстати, очень многие люди в это верят. Есть целые, я бы сказала, фанаты, а в основном это женщины, фанаты Соловья, которые его все время слушают. Я никогда его не слушаю. Если что, то Соловей – это фамилия, дорогие друзья. Да, это фамилия. Его зовут Валерий Соловей. Это такой очень странный человек, который рассказывает безумные какие-то истории про Путина, совершенно нелицеприятные, и его почему-то до сих пор не посадили. Вот. И это нас наводит на разные размышления. Не все так однозначно. Да, не все так однозначно. Поэтому в России все очень весело, все время происходят какие-то истории, какие-то голые вечеринки недавно происходили, где такие дамы, знаете, гламурные, там, по-моему, голые, что ли, они, блин, не смотрела. Слушайте, ну я случайно увидел Лолиту. Сложно ее назвать гламурной. Она тоже там была? Да, и это было очень нелицеприятно. Я даже не знаю, зачем туда было ходить. Или Киркоров тоже как-то. Ну, вообще-то они уже, я думаю, не очень красивые люди. Да, вот если бы там были только молодые, красивые какие-нибудь. Как во время римских оргий, может быть, да. Хотя откуда мы знаем, какими они были эти самые? Не, ну, слушайте, ну, они, наверное, решили просто оторваться. Первое время чумы? Да, да, оторваться. Как-то решили. И, по-моему, там Ксения Собчак была. Была. Ну, сейчас они все периодически, или точнее, постепенно извиняются, что-то там говорят. Ну, такова жизнь. Кто-то выбирает голые вечеринки, кто-то выбирает предъявлять людям за голые вечеринки, кто-то потом извиняется. Да, кто-то выбирает. Знаете, мы с вами еще не обсудили, я вам не рассказала вот о таком. Думаю, что это, в общем, какой-то, можно сказать, феномен или феномен. Я не знаю, как это мы все время спорим, да. Феномен. Да. Вы тоже не знаете? Я не знаю. Филолог по образованию, пожалуйста. Нет. А вы мне предъявляете. Нет, это здесь даже речь не о филологии. Это нужно просто посмотреть на ударение по-разному. В словаре русского языка. Ну да. Ну, короче говоря, это то, что в России этот год, я считаю, год политзаключенных, потому что огромное количество людей, которые вообще не интересовались тюрьмой раньше, они стали писать письма, потому что у нас существует очень положительная вещь. Мы ругаем ФСИН, что это такая ужасная структура, людоедская и так далее. ФСИН – это Федеральная служба исполнения наказания. Но они изобрели такую вещь, как ФСИН-письмо. Я думаю, что кто-то на этом зарабатывает огромные бабки. Мне очень хотелось бы с этим человеком провести интервью. Но я не знаю, кто он. Но он есть, видимо. Да, он есть. Это они придумали гениальную совершенно историю. Это когда ты сидишь дома, пишешь письмо заключенному МРЕК на компьютере,
и даже оплачиваешь ответ, например, 3 странички, платишь, по-моему, около 200 рублей, этот человек в своей тюрьме или в своей колонии получает это письмо, центр сначала читает, а потом, значит, он получает, тоже пишет, он пишет от руки, отдает, тот сканирует и мне присылает письмо. Вот, и это прекрасная история. Ну, кстати, в той колонии, где Навальный, такого в СИН письма нету, там можно только по почте, по старинке посылать. Но это... На оленях. На собачьих упряжках там. Я думаю, что именно поэтому еще его туда отправили, чтобы не было таких быстрых писем. Ну, хотя там тоже цензоры ему не отдают там месяцами. Но во всяком случае, я вот, например, с ним переписывалась, он мне прислал ответ. Я вот тогда, когда он сидел еще во Владимирской области. Но это потрясающая вещь, потому что люди получают эти письма, и дальше один такой человек, Петр Лосев, придумал даже целый журнал тюремный выпускать. Он там посылал новости, какие-то мемы, картинки. Потом эти журналы стали изымать уже в некоторых колониях. Ну и вообще переписок и волонтеров очень много, которые пишут. То есть люди не чувствуют себя одинокими. И этих людей уже почти около 1000 в России политических заключенных. Кстати, интересно, что 30% из них религиозные. Треть. Это люди, которые как свидетели Иеговы, вот такие нетрадиционные, что ли, религии, да? Не РПЦ. Секты. Ну, как бы, как у нас их называют, секты. Ну вот, и это потрясающая вещь, потому что письма пишутся, отвечают, таким образом мы узнаем о том, что там происходит, и люди подпитываются им, присылают какие-то интервью расшифрованные, какие-то стихи. В общем, это очень важная история. И мне кажется, это проявление такой вот солидарности и такого сопротивления. И эмпатии. Да. Эмпатия, и люди не боятся, потому что, в принципе, написать какому-то экстремисту, террористу, да. Кстати, Борис Акунин, который у нас внесен в список террористов-экстремистов, он еще до того, как его внесли, он издал такую книгу, называется «Письма политзаключённым». То есть он им задал им несколько вопросов, и многие ему ответили. Это такое тоже замечательное свидетельство времени, такой документ эпохи, времени, да, эпохи. Да. Вот, так что в России не так все ужасно, то есть ужасно с точки зрения того, что это, в общем-то, тоталитарный сейчас режим, можно об этом говорить совершенно свободно. Это Советский Союз, но только без железного занавеса. И все-таки то, что нету железного занавеса, это очень хорошо. И есть такая надежда, что не будет пока этого занавеса, потому что, в принципе, власти хотят, чтобы все люди, которые против, чтобы они уехали, и чтобы вот остался со своим народом, да, с таким, ну, такой северокорейский вариант, мне кажется, вот это то, чего бы они хотели, как мне кажется, я могу ошибаться, ну, потому что я с ними, опять же, не разговаривала и не спрашивала, что они хотят, вот, но вот это то, что нет, и то, что можно уезжать с людям и возвращаться, это, конечно, очень дорого, это, конечно, очень тяжело, если выезжать в какую-то Европу, да, вот, например, я ездила к одному из своих детей в Берлин, по-моему, я в дороге была там, не знаю, часов 15, но это лучший вариант, когда люди там по 21 час проходят, но все-таки это возможно. И потом люди могут встречаться в Стамбуле, в Армении, да, в Грузии. Те, которые, например, не могут в Чехию выехать. Потому что есть такие нехорошие, я считаю, страны, которые для русских людей закрыли свои границы. Это Польша, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, которые вот запрещают людям, даже шенгенским, с визой шенгенской. Я вот, например, не могу поехать. Когда мои дети жили в Риге, я не могла к ним поехать, потому что у меня не было специальной визы, только шенгенская. Ну, можно было там через Францию и так далее, а напрямую нет. Я считаю, что такая дискриминация абсолютно неправильная, потому что все русские – это, конечно, не российская власть. Есть русские и есть российская власть. А в Европе их разучились различать. И это очень, очень плохо, потому что таким образом они просто играют на пользу российской власти, которые вот… Они строят тот самый железный занавес. Я об этом, кстати, писала в прошлом году в газете «Монд», что вы строите, ну, обращаясь вообще к европейцам, я им говорю, что вы просто строите железный занавес вместо Путина. Ну, слава богу, Франция и Германия пока не построили вот этот, и туда можно въезжать с российским паспортом. Но ведь была же проблема, когда российский паспорт – это паспорт агрессора и так далее, и так далее. У меня в Израиле, например, была такая история, когда я приехала туда в прошлом году, и мне там пограничник сказал, а что вы вообще сюда приехали, у вас паспорт агрессора? И я говорю, а вы как вообще относитесь к тому, что ну, еще это было до войны в Израиле, как ваш премьер-министр или кто там, я точно…
я, ну, глава государства, я путаю всегда, кто там и кто, что он дружит с Путиным вообще. Почему там это вы мне так... Премьер важнее. Да, да, почему предъявляется мне это, что ваш премьер? А он тут заткнулся, этот пограничник. В общем, ну, он даже был не пограничник, он был какой-то спецслужба какая-то ихняя. Вот. Ну, потом меня отпустили, но было неприятно, честно говоря. Ну, будем надеяться, что рано или поздно люди смогут предъявить, а тем, кому люди смогут предъявить, будут отвечать вот за все, что происходит. Ну да, мы на это надеемся, что будут какие-то суды, да. Ну, непонятно, сколько времени пройдет. Ведь в России же, например, не было люстрации в свое время, то, что я считаю большой ошибкой, и не было суда над КПСС, потому что если бы эти процессы происходили, то, может быть, все бы было иначе, и повернулась бы ситуация иначе. Если бы те люди, которые, например, работали в спецслужбах, не могли становиться государственными деятелями, то, может быть, все было бы иначе. Но это как бы вина, наверное, все-таки, ну, это вина и общества, которое, может быть, недостаточно настаивало, но это, конечно, вина тех людей, которые тогда были у власти, которые по каким-то своим причинам не захотели этого сделать. Ну, обществу так понравилась свобода, они, по-моему, захлебнулись от свободы, от этого эйфория вот этой вот свободы, она просто закрыла, замутила им разум, что ли. Поэтому ну да. У нас то же самое происходило и происходит. К сожалению, это такая история общечеловеческая. Ну да, но потом люди, которые столько времени были под гнетом этой советской власти, это, конечно... У меня больше всего поражает, что молодые люди, да, вот все эти, которые работают в спецслужбах, в Министерстве юстиции, например, я иногда с ними в судах сталкиваюсь, что они так хотят возвращаться, в смысле, не хотят, но что они соглашаются вернуться в Совет, ну, условно говоря, в Советский Союз, понимаете? Ну, потому что они не знают, что это такое. Да нет, я не знаю, но это просто вот потому, что они хотят быть при власти, служить этой власти, понимаете? Ну, была история совершенно такая маразматическая, процесс по делу Карамурзы. Его обвинили в том, что он, значит, не послал какие-то документы, какие-то отчеты о том, что он иностранный агент, что он какие деньги он получал. И, значит, это письмо Министерство юстиции отправило ему на его адрес прописки, а он уже полтора года сидит в тюрьме, и вот в суде рассматривается, и судья, адвокат говорит, ну как вот это возможно, почему они ему не отправили в СИЗО? А судья вместо того, чтобы сказать Министерству юстиции, слушайте, ребята, вы вообще двоечники, я сейчас откажу вам ваши иски, вы отправьте ему по месту. А нет, ничего она этого не делает, дает ему штраф, и считает, что все законно обосновано. И там представитель Минюста, молодой парень, ему лет 30, и мы его спрашиваем, адвокат спрашивает, а вы вообще-то заходите в интернет, у вас есть вообще социальные сети? Он говорит, нет, я не захожу в интернет. То есть вы не знали, да, что Карамурза сидит в тюрьме? То есть он просто врет в глаза, и это настолько противно, да, и ты думаешь, господи, ну молодой человек, чем ты вообще занимаешься? И судья, который, в принципе, ничего бы не было за то, чтобы она приняла такое совершенно законное юридическое решение, потом бы все равно его оштрафовали, понимаете? Но нет. Для того, чтобы закончить сегодняшний эфир, я хочу процитировать вам, ну, как бы это цитата в цитате, потому что я прочитал об этом у Алексея Венедиктова. Андрей Кураев написал об объявлении себя иноагентом, буквально следующее. «Самая главная причина все же не указана. Я действительно нахожусь под влиянием иностранной книги. Она называется «Евангелие». Вот. Я бы очень хотел, чтобы мы все были под влиянием этой иностранной книги, которая была написана очень давно, не нами. Но, по-моему, если жить по всем тем законам, которые в этой книге очень четко прописаны, то нам с Зоей Феликсовной было бы не о чем говорить. И, может быть, да, мы поговорили бы о музыке, о живописи, о детях, вот, о будущем, о генах потрясающих, которые вам достались от вашего дедушки, от ваших родителей, которые вы со своим мужем передали своим детям. Теперь они их несут. Спасибо. Вот это же, это удивительная же история. Как... Да, да. Но, кстати, Кураев очень, очень остроумный человек. Он, конечно, отличается от иерархов Русской Православной Церкви, конечно, которые нас поражают. Вот. И я хожу в церковь, но я хожу не к Кириллу, патриарху,
Кириллу, а просто к хорошему священнику. А это, конечно... Да ходите к Богу. Да, я хожу к Богу, но общаюсь со священником, да. Но это, конечно, поразительно. Мы не устаем, мы христиане православные, не устаем поражаться вот этому совершенно безверию, которому, пример которого дает патриарх Кирилл. Потому что я не верю в то, что этот человек православный христианин, он служит какому-то другому Богу, потому что то, что он несет в своих проповедях, в своих, наверное, я не знаю, дает он или интервью, или проповедь, но в тот же этот пол, это абсолютно не соответствует христианскому духу и, конечно, не соответствует Евангелию, вот этой иностранной книге. Спасибо большое. Пожалуйста.